Ну что ж, ребят, давайте начнем. Всем привет, добро пожаловать. И сегодня мы с вами посмотрим вторую пробную версию Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Или же на русском, наверное, будет что-то типа «Незнакомцы из рая. Последняя фантазия. Истоки». Пробная версия номер 2. Ну что ж, давайте посмотрим, что она себе представляет. Так, во-первых, вот первое, что заметно, отличие между первой демо-версией, которую мы стримили, когда игру анонсировали, сразу же там выпустили демку. Тут появились уровни сложности, которых раньше не было. Ну, в первой демо-версии, конечно, финальный босс был жопа. Ладно, давайте возьмем второй. Итак, несмотря на то, что эту игру... Насколько я видел, большинство, скажем так, полили нечистотами. Мне она понравилась в целом. Я увидел некий потенциал, так сказать. Ее создают разработчики Нио, Тим Ниндзя и Ниндзя Гайдена. И боевка очень похожа, конечно, хотя со своими фишками. С магией, как ее реализовали, тут мне понравилось. И у игры есть потенциал. Так что надеюсь, из него получится что-то путное в итоге. Если что, релиз полной версии в следующем году, в 2021, в марте, на всех платформах, ну, кроме свеча и мобилок. Итак, я вижу, нам дают сразу попробовать, точнее, нас заставляют, скипать его никак нельзя, пройти туториал, который мы проходили в первой демке. Ладно, давайте его по-быстрому пройдем. Lock on, окей. Обычные атаки, способности, защита. И уворот. Так, дальше. Второй туториал. Так, желтая полоска над врагами. Это фейк гауч. То есть полоска ломания защиты врага. Индикатор пробития. Атакуйте врага, чтобы истощить эту полоску. Так, нажмите R2, чтобы потратить ману, дабы использовать и способности действия, чтобы нанести сильный удар по вашему врагу, и в результате которого он потеряет много хп и также сломает его. Короче, такой хорош. Так, ну, собственно, когда мы ломаем врага, можно нажать кружок для того, чтобы добить его. Отлично. Угу. Ну, собственно, добивание восстанавливает наше максимальное МП. Оно. Туториал. Дальше что у нас? Держите кружок, чтобы истощить вашу полоску прорыва. И принять стойку щита души. Блокируйте атаки в этой стойке. И блокируя атаки в этой стойке, восстанавливает ману и увеличит вашу максимальную ману. Окей. Нажмите R1. После успешного блока, чтобы броситься вперед и начать выпустить обычную атаку. Ну, что-то типа контратаки. Ай, посрал. Давай.
дальше. Духовный щит. Так. Когда вы отбиваете вражескую способность с помощью фиолетового... по имени, используя духовный щит на кружок, и способность становится... Эта способность станет доступной как способность, которую можно использовать сразу же. Активируйте эту мгновенную способность, нажимая квадрат. И мгновенная способность не поглощает ману. Но их количество ограничено. Грубо говоря, мы поглощаем способности врага, тем самым потом их можем использовать мгновенно, не тратя свою ману. Эй, чувак! На тебе кто-нибудь. Вот это прикольная вещь. В первой демке мы поглощали тупо магию врагов. Магические способности, например. И использовали их на них. Или на босса. Привет, Паскаль. Тебе кажется, тут с этим как раз таки все отлично. Вот со всем остальным уже есть вопросы. Когда максимальное количество маны увеличивается до двух или больше полных полосок, вы можете потратить ману и максимальную ману для того, чтобы закастовать Lightbringer, нажав L2 и кружок. Когда Lightbringer активирован, светоносец, врагам становится легче включить разрыв души. Что очень сильно поможет, когда вы окружены врагами. Для получения дополнительной информации смотрите соответствующие записи в разделе «Советы». Так, ну все, туториал закончили. О, вот этого не было в первой демке. Нас бросали к следующему уровню. Так, я вижу, что они тут сделали так же, как и в Нио. Карта, и выбираешь, куда идти. Так, следующая цель у нас храм хаоса. Так, да и вообще, судя по интерфейсу, нас ждет довольно интересная вселенная, походу. Смотреть награды. Награды неплохие. Меч хороший. Что ж, вперед! Храм хаоса был и в первой демоверсии. Мы проходили уже это. Тут, по идее, две локации у нас будут. Два задания. Надеюсь, мы успеем здесь сегодня пройти, потому что завтра демка уже закончится. И, увы, времени нет.
Похоже, что хаос ждал нас. Ты хочешь заставить нас войти туда и найти тебя? Думаю, просто сами войдем. Ну, вперед. Тут может быть что-то хорошее. Прямо за Джеком. Идем. Так, место сохранения. Или что-то типа храмов из этого Нио. Промпта версия 2.0. Ну да, походу. Так. Древо профессий. Баллист. Лист. И мечник. Мы сейчас ничего не сможем прокачать. Редактировать пати. Ну тут нечего редактировать. Так, пресеты. Особо ничего редактировать пока что. Экипировочка, ну короче, все плюс-минус как в первой демке, те, кто видели, помнят. Лута у нас пока что никакого. Так, комбо тоже пока что нечего смотреть. Ну погнали. Изучать это место, бить врагов, учиться новым навыкам и так далее. Бежать. Джедо, тономерка. Мочилон да. Ломай его. Отлично. Мы прокачали уровень профессии. Не, ну играется, конечно, приятно. Вот именно боевка. И ощущаются все удары. И так далее. И в первой демо-версии, как говорил, боевка мне понравилась. Так. Нам выпала новая экипировка. Посмотрим. Так, плюс 2 к физическим атакам, к защите, к магии защиты. Слушайте, еще дополнительные эффекты. Стоимость каста способностей. Угу. МП, что тратится, минус 0, только 7%. Нанесение урона от пролома, перелома, плюс 0,4. Маловато процента, но в будущем там, скорее всего, будут хорошие, приятные цифры. Ну и, собственно, урон от огня тоже на 0,5% больше. Я вот что-то вот этих эффектов не помню. В первой демке они были. Джек, штани мамоно гайру. Шима. Там кто-то внизу. Кстати, я вот два кинжала тоже не помню в первой демке. А, не, были. Иро, ями га фукидасу ана да. Так, окей, тут
понял, что включило. Эй! Доигрался. Ну, я хотел с этой контратакой чуть-чуть поиграть в этом стиле. Наверное, это было плохой идеей на тот врага это делать. Все-таки двуручный меч будет получше. まだ先はあるんだ。頼むぞ。 Бросается есть. Не, ну играется клёво. Играется норм. Главное, чтобы эта боевка не быстро выдохлась. Так, нам там новый меч выпал. Уже чекпоинт. Так, насчет прокачки, ну окей, и так уже в курсе. Так, будем качать все-таки двуручный. Так, увеличивает очки восстановления от использования печилки. Так, или же увеличить близость с классом мечник. Так, и тут у нас новый навык. Так, увеличивает скорость ломания. Так, ну тут, собственно, мы можем ставить различные навыки, которые будем в комбо активировать. Хотим. Отлично. Отакара хаккен!
Ну, в этом плане насчет лута и тому подобное особо ничего сильно не изменилось. В первой демке все точно так же. Так, ладно, зря я там выпрыгнул. Может, мы вернулись обратно в зал. Отлично. Звук нормальный, игра не слишком громкая, надеюсь. Если что, пишите. Так, ну вот, собственно, поглотили огонь бомбы. И теперь мы можем его тоже использовать. Правда, мы не будем это делать. Саму бомбу. А то мы будем хилить ее. А не бить огнем. Давайте попробуем третий стиль, который нам сейчас доступен. Пугилист. Ну или... боксер. Кулачный бой, короче. Интересно, как он покажет себя. Пушки выглядит весело. Ну, нуар, ну, прямо не так. Вот этого, этот класс, конечно, в демке не было предыдущий. Попробовать не давали. Ай. Наверное, все-таки лезть кулаками на бомбу это не самая лучшая идея. Или все-таки хороший, у него слабость. Слушайте, а клево, мне нравится этот свет. Так, ну слушайте, неплохой стиль. Против бомбы он, конечно, не очень хорошо подходит, как по мне. Они неплохо тебе попу поджигают.
Вот, кстати, знаете, что клёво мне вот тут понравилось? Если вы заметили, под... Вот у нас два пресета стилей боевых, и под каждым пресетом ты выбираешь свою экипировку. Это хорошо, потому что можно настроить все так, как надо. Под мечника один сет, под кулачные бои другой, или под мага. Вот только я, как говорил еще в первой демке, было бы неплохо, чтобы они дали возможность не только два стиля иметь заранее вот сделанные и меняться на ходу во время геймплея. Надеюсь, там будет какая-нибудь прокачка, да, дадут возможность там 3-4. Вот так их менять. Но тут у нас разница только... А, нет, еще в статах. Садит. Так, не, ну это, походу, будет моим любимым стилем игры. Ну, справедливости ради, стоит сказать, что в Нио 2 там тоже есть боевой стиль, основанных на именно кулачных боях. И почему-то я вижу некоторое сходство даже в анимациях местами. Ну, окей, те же разработчики. Так, прекрасно, прекрасно. Можно будет потом прокачать навыки под этот стиль новый. Оп. Давай, бомба! Хочу поглотить его магию огня. Но она не хочет. Мне нравится эта фишка с поглощением навыков врага. А твою же? Чувак, вставай. О. Стоять! А, стоп. Да твою же ж. Самое смешное, что он меня... А, возле чекпоинта, окей. Все-таки
Я успел его активировать, когда проходил мимо него. Так, ну тут нам нужна магия, но еще не открыта профессия мага. Так, ладно. Давайте подкачаемся. Так. Воздушный крючок. РР. Р1, Р1, Р2. Нуар, так кактус во всех играх серии бывает. Иногда он бывает очень веселым боссом скрытным. А с него лут хороший выпал. Мага от ветра. Ну, не то, что нам это сейчас надо. А с магией нет. Пятый. Только лута. Ну да, если тебе повезет, Джифлейм, можно хорошенько пофармить на них. Тьфу, Джифлейм, Паскаль. Туда, наверное, лучше не идти. Так, и, кстати, у меня тут новые навыки, то новые очки навыков. Да, слушайте, все-таки открылся вот новый стиль мага. Отлично. Теперь мы можем его тоже использовать. Что эти пресеты можно так легко настроить. Помогатель, да. Ну, берем двуручный меч пока что. Можно будет остальные стили тоже там сохранить в списке. Вода, ты куда пошла? Ха-ха-ха!
Не, ну так как бы окей, уже другое дело. Паскаль, а это тут при чем? Как бы там цел-шейдинг, все дела, это разные вещи немного. Я бы не стал бы их в данный момент сравнивать. Если ты про визуальный стиль. Боевки тем более. Вот как-нибудь переместить эти стили сюда в пресеты нельзя. Реально. Как минимум пока что. Ну окей, теперь первый и второй можно. Вставляет. Ладно. Хотя пока что нет смысла особо сильно париться, можно просто вот тут менять стиль. Это же чуть позже. Ну, Паскаль, если ты именно про графон, тут как бы мы уже давненько все поняли, что это PlayStation 2. Но мы же все-таки не в графон играем. В целом она выглядит нормально. Как минимум, вот вторая демка выглядит намного лучше первой. Поджарим плюсик. Хорошо там бомбануло.
Привет, Виктор. Поменяйте стиль. Да, все-таки двуручный меч был бы лучше. Нуар, Виктор, поздравляю со сближением. Давай, я хочу поглотить твою магию. Походу уже получится, сейчас он бомбанет такими темпами. Бомбанул. Меня не задел, но вот сопартийцев, увы. さてと。ジャックがいれば余裕だな。 И чем? Как-то их многовато, а мы слабенькие довольно. Чель. Ну, песики неплохо нас жрают. Дай
Давай. Дефлейм, обожаю песни. Так. Посмотрим, что там новенького было. Как я вижу, это больше для стиля дуэлиста. В целом оно все равно лучше, чем то, что у меня есть, так что не важно. О, там робот для мага. Это для пугилиста. Но если тут был только что туториал, что если мы берем вот полноценный костюм, то нельзя, собственно, поставить что-то в слоте, где там нижняя часть, где там брюки и так далее. Или выбираешь верх и низ, или один наряд, который охватывает и нижнюю часть, и верхнюю. Так, ну черная магия, увы, у нас черной магии сейчас нету. Ну, Степан, ты что, будешь одевать брюки поверх брюк? А в чем тупость? Объясни мне. Не, ну, как бы, окей, да, бывает иногда исключение. Можно надеть там спортивные штаны, потом брюки, когда очень холодно. Кстати, нам щит. Так, а вот в случае, собственно, с этим, с пальто. Окей, тут уже мы выбираем и низ. Логично. Отлично. Кончилось. Не прыгай и не собирайся. В прошлый раз это ухнулось. Привет, концентрат. Сатет.
Отлично. Все-таки прыгать на них сверху было не особо хорошей идеей. Тебя просто сожрали. Неплохо. Так. Это уже выглядит забавно. Взять. Так, и стиль тут поменяю. Кулачный. Ну, Лунар. Даже если бы они были, мы... Я думаю, обошлись бы без них. Вроде тут ничего нету, валюты. Коко не цунагатте итан да на. Так, мы сделали полный круг. Так, окей, шорткаты. Отлично. Кстати, да, еще ту колонну. Вот так, чтобы нам прокачать. Ой, навык. Двойной апперкот. Так, баф на физическую атаку. Берем. Так, уменьшает количество МП. И увеличивает количество МП, что восстанавливается от обычных атак. Лучше вот это взять. О! Собственно, вот новый класс откроем. Красный маг.
покажите нам. А неплохо. Неплохо. Нужна срочно черный маг. Ну, тоже будет чуть позже. Тут, собственно, классы открываются, вот, прокачивая другие. Мы видим. Так, стоп, я не туда пошел. Ладно. Да куда ты стреляешь? Можно в меня, пожалуйста? Хочу поглотить твою магию. Пацаны, отойдите. Короче, понятно все с ним. Ну, Razer, вот насчет демки я не уверен, если нам дадут. Так, ну, собственно, вот и копье. А вот копье было у нас. Да, было. В предыдущей демке. Ну и тут вот там по копье. Ну, копье мне, помню, вообще не понравилось. Да уж, быть магом в этой игре, конечно, клево. Отлично. Мана, вот этого я не помню. По-моему, нет. Чего хорошего? Так, окей. Этот наряд у нас идет для стиля дракона. Оха. Сила плюс 2. Под пугилиста. А, стоп, тут, блин, это ж не пугилист, так что нормально. А тут это подойдет лучше. Электрик. Да. Так,
Короче, с лутом будет тут так же весело, как в том же Нио. Ну, концентрат, он типа есть. Он где-то тут рядом, невидимый. Ты его не видишь, а он есть. Он и таскает весь все наши наряды. Я уверен, что хаос находится, короче, большой башней. Да, будьте начеку и сосредоточены. Погнали, погнали бить хаос уже. Время. Ну, скорее всего, куда-то ман сбагрит, его можно как минимум выбросить. Да дайте мне покастовать. Еще живо. Да, сбивать летучую мышь кулаками — это что-то новое. Ну, ман, скорее всего, да, что-то типа у него будет или... В демке этого. Ах ты ж говнюк! Что-то странно иногда со сменом боевой стиля бывает. Я нажимаю кнопку, она и скин меняется, нужно пару раз нажимать. Да, мы пришли тут походу все разрушать.
Устраивать реально хаос. Отличная прокачка. Так, это что-то новое. Осколки аниме можно использовать на экране древа профессий для того, чтобы получить награду, опыт профессий. Это. Только у меня один осколок. Ну, G-Flame. Ну, не совсем, ну да ладно. Перчатка. Верим. Блин, а что-нибудь, что будет связано с боевым стилем, нету? Конечно, очень много интересных плюшек, если вот 50%, 75%. Собирать броньки под класс подходящий. Это действительно можно неплохой сет собрать. Возьмем, что есть. Привет, Найтрейв. Написано. Незнакомцы из рая, Final Fantasy истоки. Ладно. Мы до 75 не доберемся. Да, блин.
Да, что-то кулаки тут не особо подойдут. Поэтому я и говорил, что, блин, было бы неплохо, если бы они дали возможность побольше стилей ставить. Уже заранее подготовленные вон на кнопку треугольник, чтобы их менять. Приходится постоянно сюда лезть. Дай кангей, да на. Яку, татагау! Кибидэро! Тонороки! Оу, блин, попался. Ну, придется брать что есть. Так, вроде босс недалеко. Так, это что за туман? Будто сейчас что-то тут вылезет, но нет. О, фак, нет, это говно в жопу. Странно, что никого нету. А, вот они. Найтрейв, в смысле? Не надо, вот именно как раз надо. Эта часть все-таки, походу, будет больше про геймплей, не про сюжет. Потому что сюжет тут состоит в том, что мы убили Хаус. Ямига койна. Мачигайнай. Коносаки ни иру. Так, ну все, Хаус впереди. Yeah.
Так, ну на босса я бы все-таки взял меч. Крепление, ну хз, стоит ли это взять? Временно уменьшает количество времени, необходимое для выполнения определенных атак и вероятность того, что вас поразят. Бонусом 75% ХП плюс 25, сила плюс 4 и агилити. Так, во имя императора пришло время очистить скверну хаоса. Ага. Правда, я боюсь, что, мне кажется, он нам сейчас начистит харю. Скорее. Ну, файту. Хаос. Хаос. Нет. Я должен стать им. А ты кто такой? Мы здесь, чтобы убить хаос. Воины света из пророчества. Правда? Он всегда носил такой великолепный доспех. Его шлем внушал ужас. Это Гарланд? Нет. Я должен стать хаосом. Подожди секунду, секунду. Вроде бы уже лучше, чем первый раз. Ну, давай. Hey, wait a minute.
Спасибо. Блин, я почти его завалил, сволочь. Меня бомбит. Там пол хп. Так, ну окей, против второй фазы маг пойдет хорошо. Главное очки набрать. Сюда. Хаос.
Его протыкающая атака самая жопа пока что. Нее сложно увернуться. А в остальном нормально. Еще пару попыток и завалим. Да хватит спамить. Чё, всё?
Да, вторая фаза хороша. Было быстро. Пора раскрыться. What the fuck? Это Тян? Подожди. Мой кристалл. Это она. Да. Как и раньше. И мой сводит с ума. Пацанов кристалл поднялся, что ли? А? Бывает. Я Нео. И нет хаоса. Наверное, я была права. Такое чувство, что за этим стоит какая-то история. Я и мои союзники отправились в путь, чтобы избавить Землю от хаоса. Но путешествие отняло много сил. И один за другим мы погибали, пока не осталось только я. И именно тогда я наконец-то осознала правду. Хаос — это не человек или монстр. Хаос — это просто сказка. Тьма, зверь — это отчаяние, которое разделяет сердца людей. Легко винить во всем этом кого-то одного. Это дает людям надежду думать, что мир можно спасти героическими поступками, даже если это никогда не бывает так просто. Поэтому я решила стать жертвой и принесла себя в жертву тьме и молилась, чтобы стать хаосом, надеясь, что какая-нибудь группа героев победит меня. И наступит конец всему. Чушь. What? Он где-то там, я чувствую его. Я просто должен продолжать искать. Я найду его. Я тоже пойду. Когда тьма окутает мир, придут 4 воина света. А вас я насчитала только 3. Нам не нужен кто-то, кто всем сердцем не посвятит себя делу. Тогда покажи мне хаос, сделай это, и я, возможно, даже начну уважать тебя. Забавно. О, стоп, почему по рукам? Ладно, перевод, конечно, местами. Нам лучше вернуться в замок. Не хотелось бы разочаровать наших покровителей. Слушайте, это так кринжово местами, что даже хорошо. Это очень странно. Местами, да. О, отлично. Ребят, у нас новый персонаж в пати. Клёво. Ну, Нуар... Как ты видишь, ты немного ошибся. Не так все должно было быть. Так, кого мы уберем? Так, стоп. Давайте Ашу уберем. Ставим Тиан. Или я, ну да, есть такое. Если бы ГГ не был сраным бумером. Так наоборот, в этом и прикол. Так, ладно, давайте посмотрим следующую локацию. Да не, Илья Промто хорошо там бьет.
Ну, Пуки, скорее всего, это будет первым заданием в основном сюжете, когда будем проходить полную версию, но это не точно. Скорее всего, там что-то еще должно быть, потому что вообще непонятно, откуда наши герои. Почему у них телефоны? Почему они такие в современных нарядах? Какого черта здесь происходит? Хаос существует. Я знал это, я говорил вам. Че, все? Окей. Ну, ребят, хаос существует, короче. О, господи. Почему она тормозит? Ну все. Господи, кто писал эти диалоги? Я надеюсь, что тут просто вырезали. Я была здесь раньше тоже. Так знаешь, куда идти? Не совсем. Просто расплывчатое предчувствие. Я очень надеюсь, что тут просто, ну, весь диалог порезан и оставили только одну фразу. Господи, графони, конечно, окей. По-моему, локация слишком яркая. В плане, тут будто именно яркость выкрутили на максимум. Ну, No Time To Wait, так эта игра с самого анонса, из первой демки уже разошлась на хаос, на мемы. Ах ты ж. Не, ну мы обязаны пройти полную версию, когда выйдет. Да твою же. Ну, Астер, ну это уже посмотрим. Я сомневаюсь, конечно, что графон тут появится для тех, кому он важен. О, вот боевка, геймплей тут хорош. Оу, даже так. Как в 13-й финалке сферы, что меняли погоду. Нуар, ну это уже другое. Можно пройти. Давай, самурай, спокойно. Это
に歪みが生じる。そして歪みから闇が生まれる。よく知ってるな。誰かの受け売りだと。どうして их еще били прекрасно。Да что-то жестоко как-то. Да уж. Тян на землю и задавить шаром. Я думал, и дождь тоже. Может, по идее, должен. Хоть убить я сдал огонь хорош, но до дождя... Так, а если молнии бабахнут? Ну, слабенько, слабенько. У Астера. Чет сюжета, посмотрим, что в итоге тут получится. Ну, верно, ну а как бы в плане сюжета тут по минимуму. Вот, то, что на мемчике прошло насчет хаоса. Да твою же.
あいつ、周りの奴らを強化したぞ。俺の嫌いな魔物の行動は雪だ。Да, я думал, благодаря дождю мы сможем заморозить врагов, используя мороз и лед. Ну, видно, тут это не работает. Так. Привычка из Геншина. А Вилден, нету, как минимум, Дэнки. Кстати, мы давненько не смотрели новый экипировку. О, господи. Да, мы же получали лут с босса. Я совсем забыл. Почти полный сет воина. Так, сколько время? Окей, еще немного. Файтер мы еще открыли. Это я еще не видел. Жаль, что еще персонажей нельзя менять. Почему? По слишком сильной? Ну ладно, нужно сменить погоду. Там сильный поток воды. Я не знаю, я прошел. О, фак. Слушайте, по-моему, мы какие-то очень слабые для этого врага. Давай, давай, давай. Ну слушайте, ну так вот тоже норм. Я так и думал, что, учитывая, что причина появления этих врагов было это дерево, работало. Хм.
Ну, ман, нет. Тут также, скорее всего, будет. И в полной, как и тут. Некоторые классы, найдя спутников, некоторые классы разблокируя, проходя. Точнее, качая определенную его профессию. Слушайте, давайте попробуем. А. В смысле? Я могу экипировать оружие, которое входит в мой класс? Серьезно? То есть я в класс воина могу отдать кинжалы? Да. Или кулаки? Прикольно. Ну, а можно уже класс менять полностью. Так, окей, вот это я не знал. Пока я вот не попробовал. Зекке. Какой вид? Демо, нандаро, коно ивака. Да, у меня аж глаза болят. Ями га шоужиру ёчо да. Ну да, вот копье. Ну мы чуть-чуть потыкаем этот стиль мечника. Прикольно. Не, ну в разнообразии, конечно, классов недостатка тут не будет. Так, и чё? Всё, меняем погоду. Чуси. Не, отлично играется этот стиль. Ладно, бывает. Эки-хаккен! Джак, я тебя! Джак, я тебя!
お疲れさん。離脱できたみたい。俺はまだやれるけどな。健康だ。いいんじゃない？大歓迎だ。降りかかる火の粉を払おう。このままでは進めそうにない。あっ、気を付けよう。ломать его。これで終わりだ。次に進もう。готов。 What？ Ну, ладно. Нужно петлю погоду. Да уж. Ну, ребят. Каковы ваши впечатления со стороны после уже столько времени? Как и говорил, вот с геймплеем действительно все хорошо. Мне нравится, как играется игра. Действительно, есть много разнообразных стилей, можно подобрать под себя что-то. Ну, или под ситуацию. Уже зависит, как играть. Визуал, конечно, оставляет желать лучшего, учитывая все-таки 2021 год, Square Enix у них должны быть. Ну, все-таки мы не в графон играем. Здравствуй, Меза. Ну, это неудивительно, учитывая, что те же разработчики. Как бы от всей игры веет неохом. По сути, это Нио 3 по бёртве финалки. Чё себе бомбануло? А ты ж... Привет, тапок. Энкода. Энкода. Прикольная тут ситуация попалась.
огненного элементаля мы поглощаем огненную атаку, которую потом кидаем в летающего врага и валим его. Но фишка с поглощением — это действительно хорошая вещь. Вы видели, как она сейчас потормаживала? Ну, думаю, на релизе уже не будет все нормально. Не будет так подтормаживать. Ну, как минимум на пятой плойке, я надеюсь. Тапочек чего? И пистолетики. Деду, каминари вас покупкуしたのか?なさけ。あし、もうなんか誤解を招くって。あれに当たるとかなり痛いから普通嫌いでしょ。 やれろ。 серьёзно? Спокойной ночи, Степан. Соеба-са, Хаосу не аэтара, Нео ва нандемо ю кото кикунда ёна. Эй, Нео, помнишь, ты говорила, что будешь уважать Джека, если встреча хорошая? Да, правда говорила? Да. А Джек помнит это? Да, спасибо. А ты можешь как-нибудь забыть про это? Чего? О, господи, диалоги в этой игре. Забавно. Понятно. Ну, как минимум, это намек на то, что никакого уважения по отношению к Бегу. Ну, ничего. Это только что было. О, господи, все сначала.
Ярука. Давайте быстро пробежимся. Там где сдох. Пацаны, не туда, идите сюда. なかなかやる。なんとしても倒す。離脱できたみたい。この後どうする？ Все. А вот и красный маг доступен. И оружием, которым может владеть. Неплохо, неплохо, слушайте. Леген. Щит, ускорение. ここからだ。ジャック、落ちないように気をつけて。いけるぞ。ここからだ。これで行く。手応えありだな。 Так, мне вот интересно, если я сюда прыгну, я утону? Скорее всего, да. Тенкода. Да! Тодороки! Сатет. Корода игу. Тенкода. Сатет. А, блин. Мне даже кастовать нечего. Ой! Чуть упал. Может, ты сюда придешь, не? Мне нечем кастовать. Ну, ман, я хотел его попытаться так завалить. Увидел, что это плохая идея, пришлось веревку использовать. Эки, хаккен!
やるぞ、ついてこい。ファーク。Так, сколько времени? Еще 3 минуты. Пламенный, ты тут? Так, уже босс? Окей. Я думаю, на этом здесь мы и остановимся. Хаос. Там хаос. Эй, отвечайте! Вы хаос? Господи, перевод, конечно. Сейчас... Походу будет отлично. Серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой. Прикольный босс, слушай. Фак, все, мне хана. Или нет? Так, ладно. К сожалению, придется здесь остановиться на сегодня, так как впереди стрим-реквест. Но в любом случае, вторая демка, конечно, дала более лучшее представление, скажем так, от того, что нас примерно ожидает в полной версии. Возможно, еще что-то поменяется в лучшую сторону, но как минимум геймплей тут хороший, да, плохой. Насчет сюжета непонятно, и сеттинг какой-то тоже, скажем так, интересный. Так что на этом все с этой финалкой. К сожалению, завалить этого босса сейчас времени нет, а демка скоро закончится завтра. И я не успею, к сожалению. Ну да ладно. Все равно в полной версии будем валить его снова, или может там третья демка будет. Так что продолжение следует. Спасибо, что смотрели.